Вот и снова кончился год. И не стали мы моложе, нет. Но порезвились и пошутили в нем, и подразнили хейтеров тоже, да. И не важно, кто что сказал, да нет. Главное не что, а как. Знаю я, что каждый это осознал, ведь зритель тут далеко не дурак. Снова идет Новый год, снова мы гадаем, снова. Что же нам с собой принесет, и что нам нужно взять за основу? Снова закрываем глаза, снова засыпаем в надежде, что Дед Мороз подарки нам принес, как это было в детстве прежде. Блин, какой-то грустный момент. Ну, правда, в Новый год подводим итоги. Хоть будем и скучать по добрым временам, но новые нас ждут дороги. И не важно, кто что сказал, да нет, главное не что, а как. Уходящий год нам всем показал, кто из нас умный, а кто дурак. Снова идет Новый год, снова мы гадаем, снова. Что же нам принесет, и что нам нужно взять за основу? Снова закрываем глаза, снова засыпаем в надежде, что Дед Мороз подарки нам принес, как это было в детстве прежде. Ребята, все пишем свои пожелания, загадываем эти желания в новогоднюю ночь. Если они добрые, если они светлые, они, конечно же, сбудутся. Самое главное правило в жизни – это никогда не сомневаться в волшебных силах Деда Мороза. Запомните. Благодарны быть мы должны, сидя в новогоднем убранстве, что в Ютубе мы все как-то смогли пересечься в киберпространстве. Главное, чтоб в жизни был драйв. Главное, чтоб верить в чудо. Главное, уметь вообще не ловить кайф. И главное, ценить друг друга. Снова идет Новый год, снова мы гадаем, снова. Что же нам принесет, и что нам нужно взять за основу? Снова закрываем глаза, снова засыпаем с надеждой, что Дед Мороз подарки нам принес, как это было в детстве прежде. Я хочу поздравить всех посетителей нашего форума, кто приходил сюда с улыбкой, с иронией, с юмором, с какими-то мыслями, с позитивным и конструктивным настроем. Вот всем вам я хочу пожелать счастливого Нового года. Конечно же, Свелин, Вика, Адам, Наташа Неблогер, Наташа Гончарова, Оля, Тина, Лена Малашенкова, ее супруг Сергей, ну, конечно же, Валера, Астин. Ребята, с Новым годом!